Привет, дорогие друзья! Столько всего интересного у нас с тобой на столе сегодня. Слушай, ну нам же не все понадобится для эксперимента, правда? Слушай, ну вот это вряд ли понадобится. А вот очки, возможно. Смотрим видео. Для эксперимента нам понадобится бинт, зубочистки, ножницы. Резинки канцелярские и вода в бутылке. Приступаем. Ну, Вики, я растягиваю бинт. Давай, отрезай. Так, достаточно? Давай чуть-чуть. Достаточно. Достаточно. Теперь нам нужно накрыть бутылку сверху и закрепляем канцелярской резиночкой. Теперь, внимание, нужно накрыть сверху рукой, так. Перевернуть и аккуратно вытащить руку. Вода не должна течь. Ну что, попробуем? По твоей команде вытаскивай руку. 3, 2, 1, убирай. Не течет. Так, отлично. Первая часть эксперимента выполнена. Это же чудо. Ну да, чудо если физики. Не считаешь, что маленькая каталюшка все это проливает. Но ничего страшного. Смотри, кстати, как зубочистки стали красиво. Интересно, почему так происходит? Марля, смоченная водой, благодаря воде имеет силу поверхностного натяжения. Тем самым вода просто через маленькие отверстия марли не проходит. Но когда мы марлю протыкаем зубочисткой, создается маленькое отверстие, через которое вода пройти до сих пор не может, но зубочистка проникает внутрь и всплывает, потому что она деревянная. Ну, еще одну, можно, да? Можно, да. Классный эксперимент получился. Веселый физический опыт. Да, потому что он интересный, простой, немного мокрый. А главное, безопасный. Поэтому вы можете провести его со своими детьми, как это сделали сегодня мы, Виктория Лазарева и Леонид Савченко. Пока!